Вы знаете, как мне было тяжело стать бизнес-тренером? Вы даже не понимаете, потому что таджиков ассоциируют с гастарбайтером. Вы знаете, чего могут учить? Мне просто, даже у кого интеллект ниже плунтуса, на меня сверху смотрели, потому что таджик. Представляете, вот, он еще рот я не открыл, он уже так смотрит на меня. Я это помню, я думал, ну и ладно, это помогло мне стать сильнее, еще лучше, еще и так далее. Это так, а хотя потому что они не знают, что историю большинство не знают, они же видят сегодняшний, они же не знают то, что было там, например, 1000 лет назад или 100 лет назад.